Всем добрый вечер. Начинаем наш вебинар. Данный вебинар, он прежде всего направлен для продвижения зеленой дороги нашего замечательного некоммерческой организации «Жилищный кооператив «Зеленая дорога». Вот. Еще раз я сейчас представлюсь. Я Сергей Богдасаров. Я так думаю, что практически все, кто сейчас находится здесь, мы знакомы. Вот. Сейчас 11 человек. Надеюсь, все хорошо слышно, да, можете еще раз поставить плюсики, я начинаю. Как видите, на этом слайде написано, партнеры интересуются нашей компанией. Вот цель того, чтобы любой проект, любую компанию как-то рекламировать, и как-то, чтобы люди приходили, чтобы не к ним стучаться, они должны сами интересоваться. То есть те, кому нужно, та самая целевая аудитория, которая хочет воспользоваться той или иной услугой или продуктом, или компанией, да, ну, у нас как бы услуга, она должна обратить внимание на то, что у нас есть. Поэтому данный вебинар именно вот направлен на то, чтобы грамотно и правильно рекламироваться в интернете. И вот с того времени, когда я появился в «Зеленой дороге», это уже практически 10 с лишним месяцев, основная тема, основная проблема у многих – это где найти партнеров. Так как клуб, он требует партнерства, это для активных людей. Даже если не клуб, а просто сам кооператив, там все равно есть моменты, где ты можешь кому-то порекомендовать. И рекомендовать, даже те, которые получили квартиры, не все могут грамотно, правильно рекомендовать. А на земле не всегда много людей, знакомых, они как всегда не верят, а интернет это совсем другое пространство, правильно? Вот многие из вас пришли с интернетом, познакомились мы, и кто-то кому-то порекомендовал, кто-то взял сразу на веру, кто-то как это определял, проверял, узнавал, доверялся и начали уже здесь пребывать. Вот. И вот где найти партнеров? Как обрести друзей? Кто-то где-то ищет, как-то думает, кому-то говорит, и он что происходит с этим человеком? Он притыкается, то есть он практически идет, говорит, а ему не верит, ему пальцем у виска крутят и так далее. Зачем это нужно, когда есть способы легальные, честные, правильные и очень цивилизованные, скажу. Это вот способы, сейчас мы о них будем говорить. И вот сегодня на этом слайде я вам показываю наш сайт, часть нашего сайта, сайт выполняется мною и еще одним парнем, вот, Олег Анатольевич согласился, вот уже где-то второй месяц мы делаем такой большой красивый сайт. Как видите здесь на этом слайде, одна из страниц сайта, то есть о клубе, вот, есть вот возможности, достижения, то есть когда этот сайт будет готов, то движение бизнеса пойдет совсем по-другому. В следующем слайде, то есть здесь история кооператива, здесь все фотографии будут за все эти годы, что есть, конечно, вот я их беру домой и, естественно, сканирую. Видео, все, видеоотзывы и другие видео, которые были в кооперативе и снимали за эти годы, все будет на сайте. Будут вебинары, которые будут доступны всем в России, в СНГ, то есть люди могут это видеть, смотреть. И если эти вебинары доступны для всех, значит, они будут доступны для всех. Или отдельно для членов кооператива, для членов клуба. Вот. История работы очень важна. Да, спасибо, Галина. Поэтому, когда люди будут видеть, я уверен, что практически у всех отпадет такой момент доказательства. А это не реально работает или это просто придумано. Просто те, которые в интернете, им нужно прежде всего видеть одежду, да, организации. Я-то ее вижу в Москве, и кто в Москве есть, те приходят. Но далеко не все могут поверить в это, обратиться и так далее. Поэтому, чтобы наш бизнес работал, мы будем говорить, что это бизнес, да? Чтобы он работал сегодня-завтра, нужны две вещи. Это приглашение и дупликация. Значит, первый пункт. Что такое приглашение? Без приглашения сам по себе бизнес не построите. Согласны, да? Если для того, чтобы куда-то приглашают без приглашений, то это не бизнес, значит, какое-то что-то не то.
В данном случае клуб сам по себе, вы знаете, что клуб основан на том, чтобы мы все вместе строили свою большую команду, и все в свое время получат то, что хотят получить. Поэтому приглашение просто языком, оно далеко не у всех получается. Если получается, скажем так, у меня, я пригласил там 2-3 людей, потом еще, то это не значит, что они будут других приглашать. Значит, что получается? Нету дупликации. Дупликации, это практически одно и то же. То есть нет дублирования того, что сделал я. Я не могу передать им все знания, я не могу передать навыка. Даже если я передал, в любом случае, я или кто-то другой, это не имеет значения, то это не значит, что тот человек освоит их точно в таком же объеме, в той же мере, как и тот, кто ему передавал. А передаст ли он своему второму, третьему и так далее. Понимаете? То есть сама по себе дупликация, она имеет право жить, она должна жить, но не каждый это может сделать. Поэтому сейчас мы дальше вот разберем, что и почему, и как это все делать. Поэтому дубликация простая вещь, то есть должны дублировать какие-то действия. И будет пассивный какой-то доход, если это что-то инвестиционное. В данном случае у нас доход — это бонусные баллы, поэтому нам нужно понять, как мы это все будем делать. Поэтому если человек не готов платить за свое обучение, у него не появятся партнеры. Платить — это не всегда деньги, имейте в виду. Платить — это время, время, которое потрачено. Кто-то хочет лежать на диване, смотреть телевизор и 2-3 часа, а потом 15 минут уделить своему обучению. То есть инвестиция прежде всего в свои знания. Сколько бы нам ни было лет, конечно, чем возраст больше, всегда сложнее. Но оказывается нет, поверьте, что это не так. Главное было бы желание. Далеко за 80 никому нету. Все еще молодые, поэтому нужно с чего-то начинать и что-то делать. А без знаний, без инструментов в интернете не продвинуть бизнес, и партнеров никак не может быть, потому что управление, например, самим компьютером, где что нажать, это все равно знание. Так вот, в начале мая, буквально в начале мая, еще прошло, наверное, даже 2 недели не прошло, каким-то образом я вот нашел такое сообщество, можно сказать, такую компанию Upgrade Life. Upgrade – это значит обновление, обновленная жизнь, Upgrade Life – это жизнь, обновление. И обратил внимание, мало ли каких разных клубов нет, которые достаточно грамотно, серьезно обучают, достойны уважения. Я обратил внимание на Upgrade Life, и, естественно, это от команды сетевиков, и это кто это сделал, его зовут Николай Нефедони, это его не фамилия, а как бы псевдоним, и Наталья Фриман. С ними связался и узнал, что можно. То есть это вот как раз-таки то сообщество людей, которое помогает нам правильно, грамотно, четко, без воды рекламироваться. Понимаете? Рекламироваться. Естественно, здесь вход всего лишь 1000 рублей, единоразовый вход. Практически эти деньги тоже построены на партнерке. То есть вы можете никого не приглашать и заплатить 1000, получите какой-то бонус. Сейчас я об этом все расскажу. Но основа не о заработке, я буду говорить, а говорить о том продукте, о тех услугах, которые нам предоставляются. Вот. Немножечко такое лирическое отступление. Как все знают и все из нас умеют. Да, если у кого-то слайды не входят, там есть плюсик, нажимайте, там сверху есть плюсик и этот. Да, все правильно, спасибо, Галина. Запись ведется, так что все увидите. А там сверху есть плюсики, минусы, и можете отрегулировать. Надо было мне вначале сказать. Так вот, Skype — это инструмент. Все согласны, да? Поставьте плюсики, кто согласен. Это инструмент. Естественно, этот инструмент, надо им уметь пользоваться. Достаточно много общаюсь и знаю, что очень много людей не умеют правильно даже настроить Skype. Но это поправимо. Главное было бы желание. И Skype уже вошел так в наш обиход, как мобильный телефон. Если без мобильника, даже в магазин никто не выйдет. А уже там детей в школу, внуков отправить или еще куда-то. Все, это уже наши рабы. Skype — это раб в интернете. Мобильник — это раб общения. Да? Открываем кран, у нас рабы есть свои, то есть которые надо воду не таскаем и так далее. Так вот, Skype — это уже просто тот самый инструмент, не просто пообщаться с кем-то, там, привет, Зинаида, как твои дела, да? А мы по делам поговорим, пообщаемся, увидим, покажем экран. То есть его возможности настолько уникальны, что без него никак нельзя. Но им надо грамотно пользоваться.
и социальные сети. То есть есть еще другие ресурсы, через которые можно рекламироваться, но они достаточно дорогие и стоят, других знаний стоят и так далее. Да? А вот социальные сети, в них нужно грамотно рекламироваться. И вот то, что дает нам Upgrade Life, как раз таки очень просто. То есть основные социальные сети, в которых мы уже начали грамотно все это делать, правильно, цивилизованно, это ВКонтакте, потом идет следующий шаг Facebook и, естественно, YouTube. Ну, YouTube, мне не надо вам рассказывать, что такое YouTube. Без YouTube просто невозможно, мы даже со многими бы и не познакомились. И многие бы из вас и не узнали бы о «Зеленой дороге», если бы в YouTube не появились какие-то ролики. Мои ролики, там, Азаровой, других людей и так далее, да? То есть, кто записывал вебинары, проводили что-то, эти ролики, YouTube предоставил такую возможность. Это хостинг. Видеохостинг – это YouTube. И вот на этом слайде видите, как привлекать партнеров и клиентов в интернете. То есть, именно люди рады, когда они знают, как это делать. И непосредственно сейчас перейдем. То есть, вот есть командный сайт, это канал на YouTube нашего командного сайта. Я буду говорить нашего, потому что я уже являюсь активным, так сказать, членом данной команды. Как видите, здесь вот есть мой отзыв, есть отзыв так моих людей, здесь уже мой вебинар, вот слева вторая иконочка вот такая, да, то есть уже провел вебинар для команды и пригласил из «Зеленой дороги», а в данном случае я провожу именно для «Зеленой дороги», сегодня провожу для вас, только для вас. Именно цель, чтобы вы поняли, потому что я, когда увидел это, я сразу понял, что это не столько мне надо, хотя я никогда не отказываюсь от знаний, а сколько нужно всем нам, понимаете? Потому что многие обращаются ко мне, а смотрю и... Ну, а то, что у меня там в первой линии будет 30 человек, 50, понимаете? В принципе, это несложно. Но нет, не будет дубликации. Поэтому в данном случае компания, сообщество Upgrade Life настроили автоматический приток партнеров, но это нужно выполнять определенным методом. Все эти методы, эти способы, они нам даются. Каким же образом это все делается? Я, конечно, сейчас не буду обучать, как это делать, я вам презентую. То есть на сайте, то есть предоставляется сайт, после того, как оплатили 1000 рублей и перевели не в компанию, то есть деньги здесь не теряются, деньги переводятся тому, под кем вы зарегистрированы. Вы можете приглашены быть мной, а попадете под какого-то человека, потому что уже там все линии заняты, или от прямого своего пригласителя. Это будет называться куратор, который вас, под кем вы подписаны. В любом случае, учит не он вас, а учит сама система, она уже автоматизирована, максимально там автоматизирована, то есть нажимаете на кнопочки, я сейчас покажу все. И человек получает, что он получает? Информационную поддержку, раз. Программы для автоматизации, два. Обучение по автоматизации, три. Обучение по продвижению, готовые промо-материалы, это рекламные, и растущий доход. То есть, видите, я в конец поставил растущий доход. То есть, на первом месте говорю о том, что мы пришли сюда не зарабатывать, а именно научиться грамотно работать в интернете. И вот на данном слайде просто 4 картиночки, уже я сам и вот мои партнеры. Да? Алексей Ефремов у нас нашей команды, моя первая линия, ну, двое других, там это Александр Протопопов и Ирина Голикова. Вот они уже поняли, что это такое. Вот, насколько я знаю, Александра, она сетевик и на земле очень грамотная женщина, но здесь она сразу поняла, что это серьезный ресурс. А Ирина, она тоже опытная, мы с ней много лет знакомы, и у нее даже свой блог есть. Она поняла, что тоже здесь очень хорошо, интересно. Я просто показываю, что вот каждый из них выбрал то, что хотел. И я очень рад, что Зинаида Сушилина здесь присутствует, и всех остальных приветствую, и понимает, что это достаточно серьезный ресурс. Зинаида сразу откликнулась и поняла. Далеко не все в чатах поняли это. Может, кто-то не видит в чатах, что это. Но, естественно, она откликнулась, поняла, что это серьезно. Поэтому я уверен, что у Зинаиды Сушилиной, и у многих, кто сейчас начнет активно заниматься и обучаться здесь, то у него будут результаты хорошие. Вот теперь говорю об инструментах и обучении. То есть стоимость всех инструментов, я так легко прикинул, в легкую просто, более 100 тысяч рублей. То есть когда внутри будете знать, я вам сейчас
что-то покажу, всю глубину не буду показывать, ее нельзя открыто показывать, чтобы другие у нас не забрали в интернете, не скопировали методику вот эту всю, более 100 тысяч получаем практически бесплатно. Почему практически? Мы 1000 рублей отдали, а потом за счет 3 партнеров получаем. Давайте посмотрим на этот слайд. Вот так выглядит ресурс команды сетевики онлайн. И вот здесь сверху 3 кнопочки о команде, Upgrade Life и отзывы. То есть о команде нажимаем туда, там ролик. Здесь Upgrade Life — это что? Это как раз таки несколько бонусов, то есть практически 5 бонусов. Первый бонус, то есть человек оплатил, он не заплатил за это, а оплатил бонус, то есть, ну, оплатил 1000 рублей своему, кто пригласил, как бы подарок сделал. В счет подарка он получает бонус больше, чем 1000 рублей. Я вам гарантирую, что это стоит больше. Там 2 робота по контакту, после этого контакт не банит. Если все четко работает, он не банит, у меня уже работают 3 робота на 3 моих кабинета ВКонтакте. Работают реально четко, конкретно все работает. Как это все? Несложно. Естественно, научат, как сделать правильно и грамотно и красиво страничку ВКонтакте. Вот. Консультация всегда и от меня, и от тех, кто там есть в чате, естественно, сами должны трудиться. Потом, что получается, первый бонус оплатили, открылся, то есть, ну, 1000 оплатили, получили бонус. А чтобы второй получить, нужно 3 людей пригласить, которые вернут, каждый по 1000 оплатит вам, 1000 вы получили свою обратно, 2000 оплачиваете за второй бонус. Вот. Второй бонус оплачиваете вышестоящему спонсору, так сказать, куратору. Все. И так далее. Третий получается 5 тысяч, а четвертый 10 и пятый 25 тысяч стоит. Естественно, это все из заработанных денег. Не стоит на это тратить деньги из кармана, хотя это просто зашли практически все бесплатно. 1000 внес, и людей достаточно много, которые хотели бы здесь пребывать. Вот как выглядят бонусы от нашей команды. Сейчас мы на них посмотрим. Я закрыл правую часть, чтобы в интернете не видно было, что. В 2 словах, конечно, скажу. То есть первый бонус – это автопост по группам ВКонтакте. Здесь как грамотно это все делать, чтобы не закрыли. И, естественно, видео есть, как создать нормальную страничку, грамотно ее настроить и какие даются 2 робота. Понятно, да? То есть вот скачивается бонус первого уровня и скачать дополнительный бонус. Это вот всего лишь 1000 рублей и все. Естественно, это все это делается, за 2-3 дня можно это освоить. Второй бонус стоимостью 2000, да, открывает возможность другие. Здесь уже автолайкинг, автоодобрение. Насколько автолайкинг, автоодобрение нужны? Если к вам на страничку кто-то заходит и смотрит, что на вашей страничке нету старые записи, они там уже месяц назад висят. А то, что они там висят, это как книжка на полке дома стоит где-то в углу, ее никто и не читает, ее не видно. То же самое, каждый раз должна страница на ВКонтакте наполняться. И в ленте новостей это все видно. Естественно, чтобы это делать, выполняются обычные простые действия. Этим действием нас учат здесь. И очень просто, я даже сам обрадовался, что есть вещи, которые я просто не знал, но от того, что я свои знания наполню, это, конечно, хорошо. От того, что все мои партнеры будут этим обладать, ну, для меня просто огромная радость. Вот, поэтому я именно сюда всех призываю прийти, откуда людей брать, откуда добавляться, потому что у нас тема единственная, у нас нет конкурентов, в зеленой дороге нет конкурентов. В прямом смысле говорю, все остальные компании, они немножко по-другому себя ведут. И то, что мы сейчас будем сделать через вот этот сетевики онлайн, и грамотно рекламироваться в интернете, просто на нас будут обращать внимание именно те люди, которые не предлагают проекты хайповские или какие-то инвестиционные, непонятно какие. Есть, конечно, хорошие проекты. Люди, те, которые нуждаются в жилье, а их очень много для себя, для детей, для внуков и так далее, их очень много. Им надо грамотно все преподнести. Вот это как раз-таки будет для нас всех площадкой обучения. Практически пока сайт заканчивается, как раз есть время здесь потренироваться. Я думаю, вы меня поняли, правильно? Согласны со мной? Если согласны, поставьте плюсики. И вот третий бонус. Здесь уже автопостинг в Facebook, да, спасибо, и работа по Skype.
И, конечно, еще есть ролики здесь есть, я скажу, там, значит, по Ютубу, по блогу, и как это все. И Николай Нефедони, который недавно, вот ему, который основал это все, недавно ему исполнилось 23 года, ведь мы уже постоянно почти каждый день общаемся, я видел, как на канале YouTube его ролики буквально в первом, втором, третьем месте находятся. По определенным поисковым словам, первое, второе, третье место. То представляете, нас, у нас с вами поле деятельности просто, ну, открыто. То есть мы можем так сделать, что вот мы те, которые первые из зеленой дороги находимся и будем использовать данный ресурс, его сервис, вот эти возможности, то мы будем реально первыми, понимаете? Наши ролики будут просто везде. И это делается очень просто. Немножечко еще раз о покупке уровней, хорошо? Ваше внимание, так сказать, сконцентрирую. То есть, 1000 рублей оплатили, получили бонусы. 2000 оплатили, это второй уровень, получили бонусы номер 2. И с третьего уровня, когда у вас будут покупать уже второй уровень, 9 человек купили у вас, то вы получаете 18 тысяч. И здесь уже даже заработки еще идут. Заработки серьезные. Я думаю, эти заработки достаточно будут, чтобы и свой семейный бюджет каким-то образом исправить, и зеленую дорогу оплатить ну, то, что платит каждый. Кто-то там любимый плюс тариф, кто-то просто в клуб платит. То здесь достаточно будет денег оплачивать в зеленую дорогу. Понимаете, да? То есть 9 подарков, получили 18 тысяч, из них 5 тысяч оплатили за третий уровень и 13 тысяч в карман. Дальше уже 27 подарков за третий уровень, кто у вас будет покупать, это ваш третий уровень, будет у вас покупать третий уровень. Сам маркетинг более глубоко, я отдельно расскажу. И естественно, получите 135 тысяч, если будет полное заполнение, как положено. Люди будут приходить, поверьте, что они интересуются. Людям не надо рассказывать, где как зарабатывать. Этого все предлагают. А где грамотно рекламироваться, то как раз таки сюда и надо приходить. Все. И дальше вот эти заработки. То есть практически, сейчас я вам покажу, ну, четвертый, пятый уровень, понятно, какие цифры. И секретный бонус я еще даже не видел. Я уже на четвертом уровне по акции прошел. Но что находится на четвертом уровне и бонус какой на пятом, я пока не знаю. Ну, я понимаю, что там очень серьезные уроки. Так вот, при построении команды в первую линию, даже если трех людей в неделю всего ставить, а всего нужно три, уже здесь тренар и три человека всего в первую линию ставить, остальные люди падают под ваших людей. То есть я их отдаю спокойно, без, ну, как сказать, с любовью отдаю своих людей, потому что они все ваши, и мне не жалко отдавать, понимаете? То есть никакой здесь... ни о чем сожалеть не нужно. Отдаешь людей, и все пусть они станут. Главное, чтобы все работали, все что-то делали, чтобы все выполняли то или иное действие, и это получалось. Понимаете? Я буду рад, когда кто бы ни был сейчас здесь, у него это получится. Понимаете? Вот так вот. Так поэтому, если выполнять так, вот эти условия, трех людей пригласила, например, Ольга Павлова, трех людей, и ее люди тоже сам будут в свою... через неделю трех людей пригласят, то вот такой заработок можно даже составить. То есть это я просчитал правильно. Пусть 6-7 месяцев, даже такие огромные заработки здесь могут быть. Я уж не говорю, что чему нас научат, это вообще практически бесценно. И вот я выделил основные преимущества, чтобы вы обратили внимание, именно 5 основных. Это инструменты автоматизации. Это профессиональное обучение. Третий пункт – консультация и техническая поддержка. Она постоянная. Есть группа ВКонтакте, есть чаты, вот, и постоянно все в доступе. То есть вот, три пункта, вот я вам построение команды. То есть здесь можно со стороны людей приглашать, которые даже или сами увидят, что что-то у вас там на страничке происходит, вы это увидите, когда включитесь в работу. Естественно, построение команды. То есть на четвертый пункт обратите внимание, то есть люди, которые со стороны придут не из зеленой дороги, они завтра захотят интересоваться зеленой дорогой. Понимаете? Вот так вот. И пятый пункт, это, конечно, разовая оплата всего лишь 1000 рублей и еще заработок. Я их объединил
вот этот пятый пункт. Здесь можно и 10 преимуществ написать, поэтому я выделил только, определил вот эти 5 основных. Все преимущества, они реальные. Я не выполнил вебинар в самом начале, ну, даже за 2 недели я уже понял, что вебинар нужен. Естественно, партнеры будут приходить сами, вот как этот человек сидит за столом, а там дальше сидят партнеры, общаются. Он начал заниматься Upgrade Life, и уже для него это все просто. То есть, все мои слайды, их можно использовать для рекламы, и поэтому я хочу показать, что вот твоя волшебная клавиша именно здесь. Человек нажимает, все очень просто. В день можно тратить, ну, всего там, ну, может быть, час времени, чтобы потом все работало. Поэтому вот есть наша группа, группа Upgrade Life, вот, и через нее можно получать всю информацию, практически также оформить свою страничку ВКонтакте по примеру этой группы, или в самой группе можно здесь писать какие-то вопросы, и обязательно кто-то ответит, и тот же Николай, там, или Наталья, или мы сами, и ко мне обращаться. Я сейчас создал чат, практически я завершил вебинар и слушаю ваши вопросы. Можете писать. Спасибо за внимание. Я рад, что вы пришли. Я вот хотел обратить еще раз ваше внимание, чтобы вы поняли, что это не просто ресурс для заработка денег, ни в коем случае. Это ресурс для того, чтобы все научились грамотно и правильно работать. Скажите, пожалуйста, кто принял это предложение? Кто сейчас понимает это предложение, что оно реально и что оно нужно? Потому что в зеленой дороге многие, 99%, не понимают, как грамотно рекламироваться. И я практически не проводил обучение. Вот я не знаю, какие-то были тормоза, что ли, так сказать. Я их не проводил, понимал, что очень это большая, большая сфера, как, где обучать. Вот, понимаете, обучать как в Скайпе, обучать как в Ютубе. Я в школы провожу, в офисе. Здесь это Анна есть, Левицкая, да? Вот Анна подтвердит, что я в офисе провожу занятия. Ольга Абрамова, кстати, вот здесь, да, она видела, ну, она не приходила на мои занятия, так встречались. Ну, остальные все в основном из этого, да, Анна подтверждает, да, что провожу, ну, практически не все выполняют то, что давалось, понимаете? Главное, я плюс 3. Да, Зинаида, правильно, главное, ты и 3 человека. Все. И, в принципе, все сделано. Потом помочь остальным. Я помогаю, ну, всем, вы главное, чтобы вы хотели, понимаете? Естественно, ну, нужно трудиться. Если человек не знает, как правой кнопкой вызвать меню, а левой что кнопкой клавиши делать, это немножко уже дольше. Это нужно на самой трудиться и сказать, да, я знаю браузер, как вставить ссылку. То есть мы здесь не для этого. Как правильно скопировать файл, как его разархивировать, это уже совсем, так сказать, первый класс. Как правильно ответить, если человек заинтересуется ВК? Какие мои действия? Привести ко мне, Ольга. А вообще, когда у тебя будет или у кого-то будет страница заполненная, люди будут понимать. Поверьте мне сразу. Вот Ольга Павлова, я составил, и тебе говорю, и всем остальным, уже составил алгоритм, или точнее первые шаги здесь. Показал руководству, организаторам сообщества, они одобрили. Раз, уже есть первые шаги здесь, уже сделал. Второе, сделал табличку, в которой учет всей моей первой линии и второй. Для чего? Чтобы посмотреть, все ли сделали то, что необходимо, и отмечать, кто бонусы получил, кто не бонусы не получил, кто сделал страничку ВКонтакте и так далее. То есть я уже сделал такой учет, и этот учет, уже готовый образец в Word-овском документе, я буду отдавать вам, а вы будете писать свою первую линию и вторую. А ваша первая будет свою первую линию писать и опять же вторую. То есть достаточно, потому что дальше будет сложнее. Пусть передаем, так сказать, дубликацию своим, понимаете? Да. И все, очень легко. Оля, когда страничка будет ВКонтакте, именно вот для этого, это будет вторая страничка, сразу говорю, кто сюда заходит, нужно 2 вещи. Открыть кошелек Kiwi, если у вас не открыт. Если он открыт, проверьте, работает. Через Kiwi все работает, там без комиссии. И вторую симку, чтобы открыть на нее новый кабинет в социальной сети ВКонтакте. Вот 2 вещи. 1000 рублей положить на Kiwi, из Kiwi оплатить своему куратору. Кто бы это ни был куратор, ему надо оплатить. Все. Он дает потом пароль от бонуса и начинается уже работа. Все. В день 1 час найти несложно, но
Так, еще что? Как правильно? А, Оля ответил, да? Какие мои действия? Так, система хорошая, я сюда войду. Сергей, как убирать чат и список? Неудобно делать скрины. Какие скрины нужно делать? Наталья, я не понял. Скрины чего? Вот то, что я провел? Да я все дам. Я все свои слайды отдам вам без проблем. Хорошо? Да я все отдам, у меня слайды все готовы. Зачем делать скрины, Наталья? Не надо делать. Они, если вам понравились, то я просто в чистом виде, в лучшем качестве вы их получите. Пожалуйста. У меня эти слайды взяла одна женщина, сетевик, не буду говорить кто. Она не в зеленой дороге, она очень опытная. И она взяла эти слайды полностью, я дал, кроме там своей фамилии, только убрал на первом слайде вебинар, и она уже проводит вебинар. У нее уже команда, там человек 15. Я думаю, она будет строиться, достаточно серьезная команда будет строиться у нее. Вот, люди поняли, что это такое, что здесь можно и научить людей работать, и зарабатывать. Поэтому слайды, пожалуйста, дам. Хорошо? Те, кто придет, я их просто сейчас закачаю на Яндекс, диск, просто в слайды, в картинках, и будете скачивать, разархивируете и пользуйтесь на здоровье. На любом слайде берете, пишите свой скайп, фамилию, там еще что хотите, белых мест много, и спокойно можно рекламировать. То есть многие слайды, они готовы для рекламы. Еще какие вопросы? Ну вот этот слайд вам не нужен, правда? А вот следующий слайд, он может быть, правильно? Внизу написали, там, приглашаю или еще что-то. И делайте как рекламный этот инструмент. Слайд тоже инструмент для рекламы. Да, еще вопросы есть? Да, спасибо, Анна. Спасибо, что ты понимаешь, приходишь, участвуешь. Спасибо, потому что, ну, вот некоторые слайды, я говорю, покажу сейчас, они реально готовы для рекламных этих. Ну вот, вот готовый слайд. И это все можно делать на своей страничке ВКонтакте. И это будет в ленте новостей. Слайды скачивайте себе и все это выполняйте. То есть готовая платформа. Там, нам социальная сеть ВКонтакте дает просто вот платформу. Вопрос. На сайте сетевики кнопка обучения, туда не подходит пароль от первого уровня, при этом покупка другого уровня подойдет. Нет, там не на обучение надо нажимать, это Оля, а на середине Upgrade Life. Upgrade Life и все, там серединочку. Ну обратись ко мне, я тебе покажу в этом. Хорошо? Вот. Вот. И все. Хорошо, Оля? У кого что не получается, обратитесь ко мне. Или я запишу ролик вообще о этом, и будет. Вебинар делается, запись, да. Надежда Мухина спрашивает, только один раз три человека? Да, только один раз. Если у вас будет больше, у меня больше людей было. Я вот просто приглашал. Первые три встали, остальные просто стали падать под этих людей. Вот. Сейчас, если под моей ссылки кто-то где-то в интернете зарегистрируется, он попадет на первое свободное место слева направо. Или по вторую линию, или по третью. И у меня в кабинете, там я сделаю ролик, покажу, прям видно. То есть по ссылке моей пришел, а куратор там Вася Иванов, например. Я понял, что просто интересно, что еще за обучение. Оля, что за обучение по второму бонусу? Я уже сегодня показал, что за обучение второй бонус. То есть, еще раз говорю, зеленая дорога нам не дает заработка, правильно? В перспективе будет, конечно, когда мы GFG раскрутим, как положено, будет заработок. Зеленая дорога дает возможность приобрести жилье, согласно, да, хотя заработок он в бонусах. А вот данный ресурс научит всех выйти на очень хороший уровень продвижения в интернете. И потом можете любую компанию продвигать, любой бизнес, я считаю, это хороший бизнес надо продвигать, хайпы не надо продвигать, а хороший бизнес благодаря вот этому ресурсу. И зеленую дорогу можно продвигать, и любую компанию потом. Там кнопка обучения. Вверху справа кнопку обучения не надо нажимать. Оля, вверху право нажимать не надо. В середине нажимаешь Upgrade Life и нажимаешь на слово бонус с правой стороны. И когда бонус нажимаешь, открывается окошечко, туда надо ввести код. Все. Еще какие вопросы? То есть технически я готов проводить
организовал сейчас чат, и в этот чат, если я кого-то добавил в новый чат, специально только для моей команды, потому что у меня команда сейчас будет расти, вам выгоднее, а всю информацию с основного чата я буду брать, копировать и необходимую информацию, чтобы там лишнюю болтовню, естественно, перекидывать в наш чат. Маргарита спрашивает, пока непонятно, с чего все-таки начинать. С чего начинать? Это прежде всего зарегистрироваться. Если вы выбрали себе куратора, если не выбрали, обращайтесь ко мне. Если у вас кто-то есть, то под него и регистрируйтесь. Это первое. Оплатить, зарегистрироваться, и в кабинете там все есть. То есть сначала вы профиль свой оформляете, прописываете Kiwi кошелек, свой телефон, там Skype, ну, фамилия, имя, а потом покупаете первый уровень. Там появляются три квадратика, и оплачиваете первый уровень, там написано, кому отправить деньги. Вот и все. А потом уже бонус у вас есть, вам придет пароль от бонуса, и уже в бонусе все понятно. То есть без человеческого участия вам уже сам этот говорит. Платформа, которая сделал сам Николай, она очень достаточно понятная. Там уже встроены видео, встроено обучение, встроены ссылки на скачивание роботов и так далее. Человек идет по переливу слева направо, на первый свободный место, но все равно остается... А здесь личник уже не имеет значения. Да, он твой личник, да, Наталья. Здесь не имеет значения личник, в чем он будет иметь. В любом случае ты получаешь деньги от второго уровня, когда они покупают второй уровень. С третьего уровня ты получишь по 5000, когда они будут покупать третий уровень и так далее. С четвертого будешь получать деньги, когда они будут покупать себе четвертый уровень. По какой ссылке попасть в вашу команду? Ага. А, Маргарита, вы знаете мой... Скажите, кто вас пригласил, Маргарита? Как пригласить в эту команду других людей, чем мотивировать? Значит, первое, кто вас пригласил, к нему обратитесь. Если кто не знает, если... Я вам сейчас напишу мой Skype, хорошо? Вот, это мой Skype. Вот. Дальше. И, естественно, вы обратитесь ко мне, я вас... Потом зарегистрирую под кого-то, если вы не нашли никого себе куратора. Как пригласить в эту команду других людей, чем мотивировать? Мотивировать тем, что здесь научат грамотно и правильно работать человека в интернете. Вот. Поэтому это самая лучшая мотивация. Поверьте, я уже проверил разные, давно знаю разные курсы, которые много чему учат людей, много чему, это все хорошее, все полезное. Но при том, там огромный объем работы, и вы не знаете, на чем сконцентрироваться, и что даст в конечном итоге или монетизацию, или грамотно пригласить людей. Потому что здесь, я надеюсь, мы скоро внедрим еще систему приглашений. Вообще, как правильно общаться с людьми, обязательно. Да, и не дают правильно это, да, инструменты для бизнеса. А вот Анна говорит правильно, тут дают, здесь даются инструменты для бизнеса. То есть пока вы сами сюда буквально недельку максимум, там 3 дня, нужно понять, что здесь, и тогда вы поймете, как людей сюда мотивировать. Маргарита, я ответил на ваш вопрос? То есть любых людей, которые с других социальных сетей, то есть это с других социальных сетей или ВКонтакте, к вам добавляются, пишут что-то, там предлагают свое, да, вот, они практически... Многие из них не знают, как грамотно рекламироваться. Вот эти писанинки и скидывание и спам. То есть мы работаем без спама, понимаете? То есть человек сам обратит внимание на вас. Он реально обратит, потому что он увидит грамотное преподношение информации от вас. Вы ему не закидываете, вы просто, ваша информация идет на у вас ВКонтакте, в кабинете. А, еще одну вещь, как бы хотел бы ваше внимание. То есть, когда мы выполняем пост какой-то ВКонтакте через робота, он его каждые 20 минут обновляет. И получается, как будто это новый пост. И на стене ВКонтакте каждые 20 минут там, или 15 минут, в зависимости от таймера, как поставите, появляется один и тот же пост. Понимаете? Он обновляет. И социальная сеть думает, что это вы заново поставили. Фактически это делает робот. То есть, у вас в
кабинете не появляются каждые 15 минут посты, их там будет 40-50 в день, да, а они просто, один и тот же пост обновляется, он удаляется и заново на это место встает другой пост. Отключили робота, все, значит, ничего, завтра опять будет работать. Очень интересно, поверьте, у меня очень много есть роботов всяких, но они, многие не давали той эффективности, которую хотелось бы. Понимаете? То есть, когда вы в это войдете, вы поймете, что все реально работает. Главное пересилить себя, многие не знают, как пересилить себя и научиться техническим моментам. А там все просто, очень просто. Я уверен, за 2 часа все освоите. За 2-3 часа можно полностью наполнить свой аккаунт, свой кабинет ВКонтакте, и за 2-3 часа робот освоить. То есть, если полностью этим заняться, ну, один день максимум. Так, следующий вопрос. Вот кто уже здесь зарегистрировался, я попрошу вас обязательно обратиться ко мне, хорошо? После этого сейчас обратитесь ко мне, я сейчас ролик этот буду обрезать, оптимизировать его, а прошу вас обратиться, чтобы мы проверили, кто что делает, потому что я хочу, чтобы дупликация шла, не потому что там зарегистрировался кто-то из вас и оплатил, нет, а чтобы он выполнял, поэтому контроль будет обязательно. Я буду контролировать свою первую, вторую, может быть, третью линию и требовать от вас, с первой, со второй линии то же самое, тогда будет работа нормальная, то есть самодисциплина своя и дисциплина для команды. Как сделать фото, как у вас ВК про сайт из нескольких. Отлично, Оля. Это называется фотостатус. Он уже у меня готовый. Он ставится к вам за одну минуту. Я покажу. Фотостатус. Там 4 фотографии ставятся. Все, это все, все, что там есть у меня ВКонтакте, в новом аккаунте, я вам покажу. А потом мы научимся с вами по зеленой дороге сделаем. Очень красивые вот эти 4 фотки будут. По зеленой дороге потом, где хотите, можете. Где можно получить, будет получить запись сегодняшней встречи. Сегодняшняя встреча будет выложена на моем канале YouTube, выложу в чат, выложу на свою страничку ВКонтакте здесь, в другой и в группе «Зеленой дороги». Галина, я ответил на ваш вопрос, да? Не все умеют ВК и не умеют делать сообщения. Значит, давайте учиться. Те, которые не умеют, естественно, моя обязанность – первых 3 научить. Я готов учить не первых 3, а первых 33. То есть, у меня достаточно будет времени, ну, чтобы вы собрались. 2-3 человека собрались, конечно, выгодно, например, Ольга Павлова пришла и пригласила свою одну или двух-трех подружек, да, знакомых. Мы сели, выгодно ей, если у нее время другое, часовой пояс другой. Значит, мы сели с ней, или Зинаида Сушилина пригласила, то сама и еще 2-3. Мы сели, посмотрели. Да, и вместе ответили на все. Когда сегодня, да сегодня вот сейчас после этого мы через полчаса можно спокойно что-то уже сделать, хорошо? Отдельно сделаем чат ВКонтакте, это в этом, в Скайпе и уже проведем. То есть те, которые зарегистрировались, мы пройдем по каким-то вопросам. Я просто на экране покажу, что и как. Хорошо, чтобы уже что-то начинали делать. Потому что я вам гарантирую, что если этим методом правильно заняться, любой проект можно осваивать. Просто любой проект, любую компанию можно осваивать. Грамотно, четко, конкретно. Сегодня фотостатус поставим, Оля, пожалуйста. Без проблем, хорошо? Посмотришь, как это делается. Я, конечно, хотел бы ролик записать по фотостатусу, чтобы потом дальше как бы не мучиться вам, других обучать. Но на все времени не хватает. Так, еще что? Обучение, да, обучение, спасибо, Анна, обучение – это отличная идея. Вот Анна, она преподаватель английского языка, профессионал. То есть людей требует всегда обучение, да, каждый что-то может чему-то обучить. Вот, естественно, здесь как раз-таки обучение, понимаете? Поэтому сюда приглашать легко. Вы в чат подключите все присутствующие здесь. Маргарита, в чат добавляю, кто зарегистрировался и оплатил, или даже не оплатил, в чат добавлю. Поэтому ко мне сначала в скайп, потому что я здесь практически всех знаю, кто сейчас здесь находится, да? А в чат добавлю, хорошо? Слышите, да, меня? Конечно. Сначала ко мне в скайп добавьтесь, а потом в чат. Потому что многих я здесь знаю. Здесь сегодня не так много людей, но я
Да, практически всех знает. Еще какие вопросы? Вы сейчас можете мне запрос сделать. Еще есть вопросы? Если нет, ставим плюсики и всем доброго вечера. Кто не принял решение, принимайте. Кто уже начал, надо выполнять определенные шаги. Хорошо? Все. Всем всего доброго. До свидания. С вами был Сергей Богдасаров. Благодарю, что вы пришли.